В 1/4 Кубка Сибири Барнаульское дерби. Футбольный клуб «Темп» против «Алтая». Если в первой встрече подопечные Сергея Шатохина сделали камбэк, отыгрались 2-0, то на родном поле темповцы не оставили шанса своим гостям. Гол бывшему клубу забил Роман Сычев и дважды мяч в сетку ворот отправил Никита Ворона. Как итог, победа «Темпа» 3-0. И подопечные Ивана Старкова взлетают в полуфинал Кубка Сибири. Могу сказать, что из двух матчей собрался один матч, к чему мы стремимся и как хотим играть. То есть, но тайм, первый тайм на выезде и здесь второй тайм. То есть, ребята могут играть и физически они готовы. Теперь футболисты «Темпа» будут ждать своего соперника в 1/2 финала. Это будет «Бийский строитель» или «Распаска» из Междуреченска. Матчи между этими командами состоятся 11 и 18 июля. Американец в городе. Разыгрывающий защитник Кван Валер пополнил состав баскетбольного клуба «Барнаул». Напомню, что наша команда выиграла Суперлигу 2. И в новом сезоне барнаульцы будут играть в Суперлиге 1. Это повышение в классе, так что усиление нужно. Кван Валер, 89-го года рождения, начал свой баскетбольный путь в старшей школе города Оберн, родного штата Иллинойс. Играл в студенческой лиге США, один сезон в высшей лиге Великобритании, два сезона в грузинской суперлиге и успел поиграть в Германии. В нашей команде Кван будет играть под 12-м номером. Пока что он находится в Америке, в Барнаул приедет в августе, где мы с ним и познакомимся. Полина Миллер установила личный рекорд в забеге на 400 метров на международном турнире во французском Нанси. Наша землячка финишировала второй с результатом 50,76 секунд. Впереди была только бельгийка. Напомню, что предыдущий рекорд Полины 50,87 секунды. Вот такие удачные 11 сотых. Дмитрий Дроздов. День с толком.